Вот скажи мне, друг, какой твой смысл жизни? Расскажи мне о нем. Да чтоб подтирать за людьми дерьмо, вот для чего. Что за вопросы, я не понял. Ну, у меня же мозгов нет, отродясь. Чё ты тут мне заливаешь ты? Хочешь анекдоты тебе расскажу? Смотри шире, все твои анекдоты говняны. Все понимают уже давно, что толчки не умеют шутить. Чё тут думать-то? Ну, в принципе, ты прав. Твою мать, какого хуя? Чувак, ты опять что ли срать пришел? Ну, ёптовы, ну пятый раз уже за утро. Ну что у тебя там, дамбу что ли прорвало, ёптовы? Мы ёпта воду не можем набрать уже. Ну, чё за фигня? Ну ладно тебе, толканчик, ну разочек меня еще. Дай разреши натуре. Ну чувак, ну ты же конченый псих, ну ёпта. Чё ты взял в натуре? Да потому что ты, сука, с толчком разговариваешь, ты понимаешь, нет? Вкуриваешь, нет, в натуре? Ну да. А хочешь, я исполню любое твое желание? Блин, что ты несешь? Объясни мне. Я не понимаю просто, какое нахрен. Хорошо. Да, я исполню твое желание. Да, исполни мое желание. Чтобы ты никогда в жизни. Твою мать, какого хрена? Я проснулась. Я чего-то пропустила, нет? Да. О, толчок, привет. Бумажка тоже здесь. А че вы еще чистые все? Дверь! Вот какого хуя ты открылась в обратную сторону? Впервые за все 7 лет, которые мы с тобой здесь обитаем. Ты чё, мне ещё разговаривать ещё?